Добрий день, шановні друзі. На превеликий жаль, і пророків у своїй вітчизні немає, і геніями у нас називають людей лише після їхньої смерті. Мій сьогоднішній співрозмовник – дуже щаслива людина, тому що генієм його визнали ще за життя. Сьогодні у нас в гостях Михайло Жванецький. Михаил Михайлович, добрый вечер. Я очень рад вас видеть добрый сегодня вечер. Здесь, в добром здравии. У меня сегодня счастливый день, потому что мы с вами очень много лет знакомы, а вот так вот встретиться, посидеть и поговорить, все не представлялось такой возможности. Вы знаете, я только что вас представил на украинском языке. И вы знаете, я вас перебью, я понял все. После таких слов, что вы сказали обо мне, как-то стыдно жить дальше, вы знаете, но я постараюсь еще потянуть. Простите, что... А вы знаете, действительно, иногда очень важно человеку сказать в глаза, да еще при свидетелях, то, что он действительно из себя представляет. А время это уже подтвердило, и это уже теорема, аксиома, не требующая доказательств. Вы поняли то, что я сказал по-украински? У вас украинские корни, вы, в общем-то, достояние Украины. Вы считаете себя достоянием Украины? Вы чувствуете себя человеком, который родился в Украине? Это ваша родина? Полностью. Полностью моя родина. Моя родина... Украина, моя родина, Одесса. Так вот, если конусом все идет из ширины, заостряется, то вот как-то из большой страны, развалившейся, такой мощной, с гремящими танками, ракетами, вот это все ужас становилось. Вот здесь вот Украина, и там на острие Одесса, там, на самом острие Аркадия. Вот и море. Я там. Я считаю вас абсолютным гением, а вы придерживаетесь нет. такого же мнения или нет? И вообще, как вы к себе относитесь? Вы знаете, Дима, это вопрос ужасный. Это надо спросить у моей жены, все достается ей. Да и не только ей, и моим друзьям. Ну, что я буду говорить? Это страшно мучительно. Внутри меня пепел, выжженная пустыня. Потому что я... Вы знаете, то, что вы говорите, это какие-то, ну, мне всегда кажется, то ли сплетнями, вот, то ли что-то такое. Потому что всерьез никто об этом не говорит. На ухо мне говорят, лично мне. Тихонько. И я что-то должен с этим делать? Я не знаю, что я должен. И мне иногда кажется, Миша, они просто тебя поддерживают. Миша, они хотят тебе сделать приятное. А с другой стороны, довольно много народу это говорит. Почему они все хотят сделать мне приятное? А с третьей стороны, Дима, никто же не пишет. То есть, ну, большая, огромная пресса российская, я имею в виду, куда мы все оказались выброшенными, потому что, ну, моряк возле моря, писатель, артист возле искусства, возле театра, возле... Москва была, когда мы все, когда Райкин был, все. Пресса же не писала, и никто и сейчас не пишет. Вот. А есть люди, наоборот, у которых я в крови, как-то в анализе крови, где ничего хорошего обо мне, поэтому... То, что вы говорите, в последнее время как-то от того, что, видимо, может, стало на кого-то давить мое присутствие, я слышу все больше таких отзывов негативных. Там что-то не то сказал, там что-то не то сказал. А я говорю, значит, что-то не то тоже могу сказать. Кого-то, походя, я могу царапнуть. И особенно в этом жанре. Поэтому у меня очень тяжелая жизнь. По-настоящему очень тяжелая жизнь. Если я когда-нибудь приобрету благополучие, да я, собственно, мало у кого видел. Я, знаете, даже олигархов не видел на лице благополучия. Ну, у них, конечно, не может быть благополучия. Это наше воображение. Абсолютно. Я говорю, тебе нравится его яхта, а теперь представь себе это скопище механизмов хотя бы в плохую погоду. Хотя бы в плохую погоду. С женщиной, которую называет своей женой, и которая сидит одна на этой яхте. Его, как правило, там нет, он все время мотает. Или он там бывает, и это страшная качка, это шторм, судно небольшое. Вот я говорю, вот это воображение, наше воображение. Я думаю, оно благополучие чаще всего все-таки на лице дурака.
мне кажется. И какое-то счастье бывает на лице у многих. А иногда хорошо быть дураком, правда? Ну, конечно. Мне даже кажется, что чаще, чем нужно. Мне даже кажется, что почти всегда хорошо быть дураком. Счастье, когда тебя понимают, и счастье, когда ты ничего не понимаешь. Мне так кажется. Умные люди иногда изображают из себя дурака так легче. Вам приходилось изображать из себя дурака? И у вас получалось Нет. вообще это? Нет. Я этого всегда требовал от женщины. И когда у нее получалось, это мне очень нравилось. Они поднаторели, они это изображают, когда нам нужно, и мы счастливы бываем. Потому что, ну что значит «ты моя»? И она скажет «я твоя». Ну что значит это? Может быть, это какое-то мгновение. Вот на в эту секунду. И то никто потом не поручится, что она тебе выдаст удостоверение, что она твоя, и ты будешь с этой справкой ходить всю жизнь. Ничего не получится. Вот говорили вы в Одессе под дурачка, вот она это скажет, и мы в эту секунду счастливы, и она, видя счастье на твоем лице, тоже счастлива. Вот женщины этим владеют полностью. Они знают. А мужчины, если я буду спотыкаться, вы можете что-нибудь говорить дальше, потому что если не развивается. Если, допустим, формулировка закончена, как в физике, ты сказал, сформулировал, поэтому ждать нам нечего. Закон Е равно МЦ квадрат. Закон высказан. Все. Альберт Александрович, спасибо. Что ему еще сказать? Я думаю, что в 60-е, 70-е годы, когда у вас начался шумный успех на эстрадных подмостках, вы наверняка хотели стать членом Союза советских писателей, получить официальное признание, чтобы говорили «писатель Жванецкий». Вы наверняка не раз задумывались, что в литературе был и Аверченко, и Зощенко, и Ильф, и Петров. И чем больше шло времени, тем больше вы задумывались над тем, какое место вы занимаете рядом с ними. Переросли ли вы кого-то из них или еще не дошли до уровня этих людей? Как вы считаете сегодня, можно ли вас назвать классиком литературы и ваше место относительно вот этих людей? Дима, я никогда не думал, какое место занимает относительно этих людей. Я всегда думал, какое место занимает относительно наших людей, относительно тех, кто живет. Тех, кто живет со мной на одной улице. И то это не было... Какой уровень благополучия? Вовсе нет. Мне иногда сейчас даже стыдно, что у меня свой дом, что я в Аркадии живу, что у меня окна смотрят на море. Мне стыдно, потому что многие живут хуже гораздо. Хотя, наверное, мне это помогает очень, очень помогает, то, что я вижу море. Это моя мечта детства. А сравнивать, где Ильф, где я, где Эдуард Багрицкий, где Исаак Бабель... Не знаю, нет, это не моя задача. Куча народу. Кто-то даже служит на работе. Вот служит просто вот в штате. Он обязан расставлять всех. Вот пусть он расставит. Кто-то где-то есть. Я не знаю где. Где-то есть такие люди. Может, и евреи. Где-то найдется. Может, и одессит. Который возьмет и расставит по местам. Если здесь не найдется, в Нью-Йорке обязательно кто-то защитит диссертацию. Вот там, в Америке, там страна, странное, где защищать диссертацию. Вот по таким каким-то предметам, в которых мы путаемся, еще не знаем, почем помидоры или где писатель, там уже защитили диссертацию. Вот мне Володин вдруг сказал, по мне, допустим, в Калифорнийском, кажется, университете защитили диссертацию. Вот я жду, пока кто-то где-то защитит диссертацию. Вы очень отличаетесь. Я его поздравлю. Вы очень отличаетесь от людей, которые, ну, скажем так, пишут сатиру тем, что в жизни они совершенно скучные персонажи. Если у них что-то выходит на бумаге, то в жизни это люди абсолютно без юмора. У вас юмор струится, лучится. Интересно, это гены? Ваши родители тоже были людьми с юмором? Значит, националист и любой патриот, уже он отличается тем, что он себя из конкуренции вынимает и ставит в особое место. Скажите спасибо, что я русский, говорит он. Мне спасибо и вам спасибо. Вот это главное качество. Значит, он сразу из конкуренции влезает. Я не хочу участвовать, он говорит. Это дело не мое. Тут все, что угодно. Магнитофон, транзисторы, они что-то сочиняют. Микробиолог. Это дело не мое. Мы вот, у нас духовность, у нас нация. Мы в случае чего... Побьем морды, в общем, и не вдомек, что ему разобьют 1000 раз сильнее, потому что у них в руках техника. Вот он, значит, себя выносит из конкуренции. Такие, как я. Или вот один, допустим, я один, не буду говорить о других, вырос в смертельной борьбе за существование.
Откуда этот юмор и вообще эта почва? От попадания в институт, от окончания школы, вот от предупреждения учителей, что он шел на медаль, потом нет, еврей, перестал идти на медаль. Как у меня был, где-то в 10 классе перестал идти, а шел на медаль, все говорили, он идет на медаль. Ни черта не получилось, еврей. Потом опять еврей, все время спотыкался об этом, как лбом об этом. И у меня не было того самого главного. Я всегда говорил, а вы могли бы в этой стране прожить евреем? Вот антисемиту. Мне хочется сказать, ты что, завидуешь? Вот из конкурентной борьбы я не вылезал, Дима. И, наверное, вот не вылезал из этой борьбы, и от этого все время, то там, то подожгут, то не дадут, то обидят, то все, видите, и ты все время сглатываешь. И в конце концов, и забьют, и Мерседес отнимут. Да. Это уже в конце концов. Короче, ты сглатываешь, и ты дальше, вот так вот крутишься. И хорошие черты, и плохие. Вырабатывается. И плохие — это то, что ты из-под тишка ты делаешь, когда никто не видит. Вот такая необходимость жить при отсутствии свободы и демократии, необходимость жить из-под тишка, которая вырабатывает вот эту... Это жизнелюбие, это любовь к жизни, это цепляние за жизнь. Ну и, конечно, даже не знаю, что сказать. Хотел сказать, выживает талантливый, нет. Выживает все. Но по-разному. Да. Но талантливый почему-то... Вы знаете, вот... О! Сейчас я закончу формулировкой. Не важно, кем ты был, важно, кем ты стал. Когда мне говорят, вы еврей, я говорю, Иисус Христос тоже был евреем, а кем стал? Вот важно, кем ты стал. Когда ты закончил с тем существованием, и ты уже вышел. И из нации вышел. И ты уже, вот тебе уже сидит человек, как вы, ведущий популярной передачи, говорит такие слова обо мне. Ну что же, жаль, надо было бы раньше сказать, но я готов и сейчас выслушать. Мама с папой имеют отношение к вашему юмору? Как они вообще относились к тому, что вам аплодируют полные залы? Наверняка вы приглашали их. Папа не видел, папа так и не увидел. Его не стало в 57-м году. И телефона не было. Его не стало, он был у меня на руках. Я мчался в райком партии, где был телефон, из отрады, там мы дачу снимали. Боже мой, не буду вызвать вспоминать. Скорую. А? Вызвать скорую? Вызвать скорую, конечно. Мчался на каких-то таких ногах, на чужих. Как я туда долетел? И вы знаете, я залетел в кабинет какого-то из секретарей. Я сказал, мне надо позвонить. Такой робкий, на первый курс института. Нет, после института. И он сказал, пожалуйста. Это раз такое. Я вызвал скорую из райкома партии. Значит, папа не успел. Мама видела. Мама... Тяжело воспринимала этот успех. Тяжело воспринимала. Ну, зачем тебе это надо? Ты тоже не надо. Она прожила такую жизнь, как я. Иди, ты работал в порту, все было хорошо. Вот мама была такая. Райкин ей говорил. Раиса Яковлевна, говорил Аркадий Савч. У вашего сына есть талант. Скажите, чтобы он работал со мной. Внушите ему. Он достигнет многого. Мы вдвоем достигнем, только внушите ему. Потому что у него только начинается, потом начнут переманивать все. Вы ему объясните, он говорил с моей мамой. Мама, ей очень нравилось, что Райкин с ней так разговаривает. Она понимала, она мне... что она говорит с Райкиным? Наверное, я же не присутствовал при этом разговоре. Это она мне потом сказала. Работа с Райкиным напоминала какую-то женитьбу. Я вышел за него замуж. У меня было два таких. Я вышел замуж за Райкина. Потом в следующий раз я почувствовал такой авторитет. Ну, мне очень понравилось. Я когда-то сказал еще, что я вышел замуж за Ельцина, когда мне показалось, что он покончит с коммунизмом. И действительно, не до конца, но все-таки. Я вышел замуж второй раз. И сохранял верность этим людям, пока они меня сами. В отличие от них. Аркадий Савч сам сказал, Миша, показал на дверь. А Борис Николаевич нет до сих пор. Хороших отношений. Когда-то вы мне сказали, что самое яркое впечатление детства – это все-таки война, первая бомбежка. Чем вам запомнилась война? Все-таки вы ее застали? Сейчас уже очень мало людей, которые ее помнят. Я ее тоже плохо помню, слава богу.
Ну, вот бомбежка. Мы с мамой там что-то бежим, она меня лопухами укрывает. Вот это я помню. Товарный состав стоит на путях. Заревели самолеты, и мы с мамой бежим. Негде спрятаться, потому что поле Украина, Украина. Мы ехали из Тамашполя, кто знает. Винницкая область. Винницкая область, да. Тамашполь. Мы из Тамашполя до Винницы. Грузовик. Я впервые ехал на грузовике. Я видел впервые в жизни, как радиатор машины, пробка. И под нее дорога летит. Я всегда на лошадях. Ну, где-то на бричке, где-то. Вот отец был сельским врачом, как у Чехова. А тут вдруг радиатор, пробка, и дорога летит под эту, под металл. Только писатель может так сформулировать это впечатление. Да, под металл. Вдруг под радиатор уходит дорога на большой скорости. Меня совершенно... Я по бокам не смотрел. Вот она летит. И мы сели на поезд и ехали. И вот я помню вот этот товарный состав. Вот эта вот мама хотела меня замаскировать. Она лопух на меня одела, думала, что замаскирует меня. Обычно, когда говорят «Одесса», понимают, подразумевают это особый юмор, начинают копировать одесситов. Скажите, Одесса вообще – это не миф? Она действительно такая существовала? Сейчас ее нет такой, это понятно. Она действительно такой была или ее придумали сами одесситы? Нет, ее... Одесситы ее не могли придумать, они сейчас ее продолжают придумывать. Одесса разъехалась. Одесса там больше не живет, сказал не я, сказал какой-то израильтянин, замечательный, бывший одессит. Одесса там больше не живет. Нету там Одессы. Значит, милиция получила те квартиры, милиция, которые, значит, освободили будущие мигранты. Прощались люди с могилами, разговаривали языком. Изя, я уезжаю. Подходила старушка, говорила, за тобой будет ухаживать. Там вот дворничка наша, Аня, она обещала ухаживать за тобой. Я уезжаю, я не могу больше оставаться. Уже все уехали. Сейчас вот меня забирают, и я уезжаю. Изенька, прощай. Вот это она говорила на могиле сидя. Значит, она уезжала. И так вот уехали, наверное, треть города. Треть города уехала. Самое обидное в этой истории то, что никто не сказал «останьтесь». То, что никто не сказал «возвращайтесь». Даже сейчас. Никто не говорит «возвращайтесь», никто не говорил «останьтесь», никто вообще ничего не говорил, только препятствовали. Это тоже прошло. Но людям своим скажите, что вы думаете об этом. Если не хватает, скажите, что не хватает вас. Если хорошо, что уехали, так скажите, что хорошо, что уехали. Но нельзя делать вид, что ничего не произошло. С Одессой случилось именно это. А Одесса поэтому... Но Одесса все-таки, вы знаете, как... Но тогда не было телевидения, поэтому все ходили по улицам. Я это в Эйлате сейчас увидел в Израиле. Ходят по улицам, как будто нет телевидения. А мы тогда ходили, потому что действительно его не было. Поэтому люди видели друг друга. Поэтому было упорное, настойчивое на ходу ухаживание за девушкой. Были вот эти дурацкие девушка, скажите, пожалуйста, который сейчас девушка, а вы куда? А вы читали Хемингуэя? Это все сзади говорилось. Сейчас как-то бессмысленно это говорить. Я не знаю, где сейчас. Все равно не читала. Да, и где они сейчас знакомятся. Я не могу сказать, что я полон этими впечатлениями, но это была та Одесса. И она кричала во дворах, и когда во дворе был какой-то скандал, она кричала вот этими голосами, эти крики, эти слова и этот совершенно непонятный язык, состоящий из трех-четырех языков. Ну, короче, это вот язык, когда мыслят по-еврейски, а говорят по-русски. Недавно в Киев приезжал писатель Александр Каневский. Он сказал очень хорошую фразу, что ностальгия – это не тоска за березками. Березок много и в Америке, и в Канаде. Это тоска за собой молодым. Вы тоскуете за собой молодым? Вам лучше было тогда, в той Одессе? Нет. Нет. Мне тогда во всех смыслах было хуже. Я счастлив жить в это время. И вообще вот это все недовольство, это все, это нервничание, эти попытки писать, не писать, все это можно обвести карандашом и назвать счастливое время. У меня счастливое время, черт его знает. Как-то уже я живу так, как я хочу. Я перестал быть в коллективе. Я даже не знал, что от этого становится лучше человеку. Я перестал, не знаю, что-то интересоваться. Нет, чужим мнением не перестал. Мне важно,
как я, если я сделал это, нравится публике, я еще завишу от нее. Это отравил меня Аркадий Исаакович Райкин. Когда вот аплодируют, не аплодируют, смеются, не смеются. Вот это страшное дело. Хотя я перестал, я уже пишу, я и смешно много пишу, и не смешно много пишу. А да, кстати, чтобы мы не забыли, 9 концерт же у меня, я же могу забыть. Значит, вот говорю, 9 декабря в зале Октябрьский я буду читать то новое, что я прочел, написал летом этого года. Довольно много. Я уж тут в клубе одесситов в Одессе попробовал. Вот, так что вы спросили, как вы спросили, о чем? Есть ли ностальгия? Это не склероз, это просто есть вопрос, который я забываю. Автоматические значения этого заслуживают. Что вы сказали? Тоскуете ли вы за собой молодым? За собой молодым? Не тоскуете? Да нет, не тоскую. Ну, что там тосковать? Ну, конечно, нет. Нет. Даже с точки зрения самой главной, какая бывает у мужчины, самой главной точки зрения, и с этой точки зрения не тоскую. Ну, я вас с этим поздравляю. Не тоскую. Я не имею в виду свои достижения в области секса. Из большого секса я ушел. Помните, когда я сказал? Конечно. Раньше всех. Давно очень. Я уже очень давно сказал, перешел на тренерскую работу. Но сейчас появляется нечто такое, что делает даже это совершенно другим цветущим. Цветущим, не мимоходным мероприятием. А молодость — это ты пробегаешь, как ты пробегаешь по городу. Так ты пробегаешь вот эту любовь. А здесь ты уже не пробегаешь. Ты здесь... Любишь. Ты здесь в центре. Да. Есть выражение «портовые грузчики». Что делал еврей Жванецкий, который соскочил с золотой медали в Одесском порту? Чем вы могли там заниматься? Кем? Я же закончил Одесский институт инженеров морского флота. Ну, во-первых, честно говоря, я туда хотел попасть. Я тогда еще не знал, что я мог бы что-нибудь более... Но я не жалею, я мог бы что-нибудь более литературное. Но нет, лучше, что я попал туда. Потому что я попал сразу в жизнь. Ну, что может быть в Одессе трагичнее и веселее, чем порт, где грузчики в этих косынках, где еще я застал огромную массу, и сейчас есть ручного труда, а значит, людей. Потому что вам дает человек, который сидит на кране в башне? Это надо к нему ползти, чтобы поговорить ночью туда наверх, а если еще кран американский или немецкий, он почти не ломается, и поэтому там все. А когда много ручного труда, то я был окружен людьми. И вот, вы знаете, Дима, вот сколько я живу, мне говорят, ты оторвался от жизни, как от нее оторваться, я до сих пор не знаю. Но если... Вот сколько я не живу, я понятен всем. Вот это работа в порту. Если я только начну быть назидательным, вы просто остановите меня. Покажите мне долю, я замолчу. Вы обо мне плохо думаете, я не смогу так сделать. Вот я говорю, я стал понятен всем. Я как-то понимаю, вот я могу говорить, не дай бог в тюрьме, я буду говорить в тюрьме. На кладбище буду говорить на кладбище. В больнице буду говорить в больнице. Недавно был в больнице, мне в лифте еду, вдруг больные там, мы в лифте. Что вы здесь делаете? Я говорю, работаю здесь, работаю. Здесь народ ошалел слегка. Ну, все время я нахожу легко общий язык. Это... Ничего нарочитого в этом нет. Это, как сказал Фазиль Искандер, он сказал, Миша, вот у тебя строчка, и там точки соприкосновения с людьми, вот это, наверное, есть талант. С разными людьми. Точки соприкосновения. Это дала работа в порту. В свое время вас было трое. У одного вы, Карцев, Вильченко и Райкин, у которого вы служили в театре. Что это было за время? Как вы сошлись с Карцевым и Вильченко? Как вас пригласил Райкин? И отдавали ли вы себе отчет, куда вы попали? Слушайте, Дима, вы все время считаете, что я должен говорить о прошлом? Нет, мы перейдем еще к будущему. Не будущему без мы прошлого, не перейдем, мы без к настоящему. Без прошлого так. Нет настоящего. Так что вы спросили еще раз? Карцев, Вильченко, Райкин. Как получилось, что вы нашли друг друга с Карцевым и Вильченко? И как получилось, что вы попали да к Райкину? Да, Райкин же приезжал время от времени в Одессу. И я уже об этом, по-моему, раз сто говорил. Это правда, что вы его атаковали? Я его атаковал, да. Ну, где-то я его нашел. Да боже... Нет. Мы же приехали к нему вначале в Петербург, в Ленинград приехали. И показали ему наш спектакль студенческий. «Парнас-2».
Почему-то они, когда сели в зал на Желябова, там, театр эстрады, они очень хохотали. Всем театром, в зале публики не было. После концерта, вот от этого можно было сойти с ума, когда после концерта сцена театра эстрады, еще теплая от Райкина, досталась нам. Причем, когда мы пришли к нему перед концертом его, мы говорим: Аркадий Александрович, можно мы вам покажем все? Он говорит: да, конечно, с удовольствием. Почему-то он посмотрел на меня и решил, что это может быть. И мы встали на его сцену, они сели в зал, человек было их 20, и они хохотали, они. Я слышал их, слышал смех Райкина. Все, значит, после этого мы сошли в зал, Аркадий Исаакович, значит, говорил с каждым, записал телефон. Я просто, мне почему это? Немножко тосливо говорю, что я 1000 раз об этом писал и об этом говорил. Записал координаты, сказал мне: пишите, Миша, собирайте, заведите себе толстую тетрадь. И, в общем, ну, это он говорил всегда и всем авторам. Я об этом не знал, но он говорил об этом. Он, все, что он говорил мне, оказывается, он говорил всем. Ну, это я сейчас то же самое делаю. Вы заметили с его стороны какую-то ревность к успеху? Нет. К какому? К моему? К вашему. Он не знал его. Он мои выступления слышал только раза два. Белкину, администратору, приветствие, который он сказал: ты знаешь, я не успею его выучить, прочти сам. И Утесову. Он говорит: вот мне кажется, Леонид Ильич будет приятно. Ты одессит, напиши что-нибудь об Одессе. Я не успею выучить. Вот это два раза, когда он не успел выучить. Аплодисменты были? Да, тогда да. И он нормально это все прошло? Нет, наверное, нет. Ну, он был великий актер. Прочесть на его лице, кроме одобрения, ничего нельзя было. Это потом, стоя у борта теплохода в районе города Саратова, он сказал: посмотри, Миша, вот видишь, у меня группа пантомимы под руководством Григура такой был. Там группа пантомимы хорошая, ребята. Он сказал: я их увольняю. Я говорю: за шторкой. А я был у него зав. Литературный. За шторкой. За самостоятельные концерты. А я так ничего и не понял. Я ничего... Откуда я знал, что это относится ко мне? Ну, откуда я мог знать? Человек, который, ну, в водном институте, ну, в порту, ну, на Комсомольской 133, ну, у мамы, ну, никто там так тонко со мной не разговаривал. С на таким большим намеком трагическим. Я не понял ничего. Разводились со скандалом? Ну, да. Ну, какой скандал? Все он сказал, отрезанный ломать, все. Ну, там, я... Мне директор театра сказал, Чобр: Аркадий Саш решил с тобой расстаться. Для меня это было... Ну, накопилось тогда. Я там где-то выступал, в одном месте, во втором. Ему пошли жалобы идеологического свойства. Идеологического свойства. Он правильно расценил, я сейчас понимаю, что он был прав. Но не может человек, находясь в его театре на должности, прикрываться. Я, может быть, не прикрывался, но меня автоматически защищало имя Райкина. А я, как каждый провинциальный, раздухарившись, стал... Там пощипывать, там покусывать, там покусывать. Усиливал давление. Вот чисто клопиное такое, поведение клопа. И там вцеплюсь, там вцеплюсь. Меня все не трогают, я там вцеплюсь. Публика ревет. И в погоне за успехом, не испытывая никаких особых идеологических или материальных затруднений, я и там, и начал цепляться. И, конечно, ему пошли сигналы из обкома партии, из всего. И в результате вот директор театра мне это сказал. Я не поверил. Я последнюю миниатюру, которую я для него писал, из последних что-то, я подложил под последнюю миниатюру заявление об уходе. Дал ему тонко. Тонко, да. Я решил проверить. Я думал, ну, я был уверен, что он скажет: так что, ты с ума сошел? Оставайся. Как я могу? А у него другого автора не было. Как я могу? Поэтому подло было с моей стороны. Но я это сделал. Он прочел, говорит: смешная штука. Я думаю, мы будем репетировать. А на заявление написал: красавец. Уволить. А сказал миниатюра замечательная. А сегодня вы обижаетесь на него? Обнял и поцеловал. Нет. Вы же видите, как я говорю, вы слышите это? Совсем нет. Поцеловал. Сказал: замечательная вещь. И написал: уволить. И сказал еще: я думаю, ты правильно делаешь. Ему же легче стало, он видит, что это я сам сделал. Ну, тут я пошел пить, ну, неумело. Каким-то дурацким сухим вином. Сухим вином. Что было в доме, я стал пить.
Я был уверен, что за мной пришлет машину. Пришла машина через три дня, автобус, Рафик театральный, пришла машина. Привезли меня к нему, я думал, ну все в порядке. «Что ж ты, — сказал он, — оставил театр без репертуара?» Я говорю: «Аркадий Сергеевич, вы же меня уволили». «Как? Я совершенно опухший от пьянства, от слез, знаешь, как девушка». «И от слез?» Ну, так я, это художественный образ. Ну, я, наверное, я не плакал, но очень много пил. Может быть, и что-то, не знаю. Короче, я говорю: «Вы же меня уволили». Он говорит: «Ну, уволил». «Но у тебя же совесть какая-то есть? Как ты можешь оставить театр без репертуара?» О таком понятии совести, слишком высоком для меня, когда тебя увольняют, а ты еще должен продолжать работать, это было для меня очень-очень высокое понятие. Не, ну там до этого были еще какие-то. Я знаю, что он вычеркнул мою кандидатуру там, из поездки в Польшу за границу и спрашивал: ты не знаешь, почему ты не едешь с нами в Польшу?» Ну, Аркадий Сакович, человек чисто театральный. Чисто театральный. Однажды где-то вы сказали, что для того, чтобы унизить вашу фамилию, часто путали, коверкали. Это здесь, в Киеве. Что это за случай был в Киеве, когда вам предлагали квартиру? Ну, это когда мы приехали. Тоже старая история, тоже которая. Дима, я это вижу, безумно, у вас безумно источники. Интересно. Да. Это безумно интересно. Не, ну Киев, ну это же только что же. Тут мы же в Киеве, а вы что же это? Это страница. Киев вообще. Все, что я видел, все меркнет перед Киевом тех лет. Потрясение было. Значит, что там было? Мы 70-й, черт, когда я уволился? Короче, 69-70-й год. Конкурс артистов эстрады. В Одессе холера. Мы через обсервацию, то есть пароход, не помню, как его название, какое-то большевистское. Большевистское название, какой-то пароход такой на Черном море стоит. У причала, можно было выехать из Одессы только через обсервацию. Когда тебе анализ, трубку какую-то засовывали, проверяли на бактерии. Если тебе бактерии нет, то ты неделю еще так должен... Так многие становились гомосексуалистами, болтаться, наверное. Ну, большинство говорило, что после такого анализа там с медсестрой уже на «вы» было разговаривать невозможно. Конечно. И после этого еще неделю тебя держали, и через аэропорт, через опустевший город. И мы поехали в Ростов с Карцем Ильченко. Мы же после этого, мы до этого уволились от Райкина, поехали в Ростов. В Ростове нас никто не знал, мы где-то Жирнов, какие-то там села, где объявление было артисты, которые работали с Райкиным. Никто не приходил. Концерты. Но когда мы вернулись в Ростов, мы до этого записали на телевидении что-то, такую беседу, вернулись в Ростов, аншлаг, ломают этот зал. А ростовский горком партии пытается, значит, договориться с нами о квартире. Провоторов такой был. Секрет. Уже? Уже в Ростове. Чтобы мы переезжали в Ростов из Одессы. А у нас через 2-3 дня конкурс артистов эстрады. Карцев, Ильченко, мы вылетаем в Москву на конкурс артистов эстрады. Мы отличались от других артистов чем, Дима? Чем? Вот чем. Но вы были не похожи ни на кого. Три этапа, три тура конкурса артистов эстрады. Нет. У нас в каждом туре был другой новая репертуар. Новая миниатюра. Вообще репертуар. Они все, тот, кто выигрывал, это уже повторял на втором туре. Выиграл второй, это уже повторял на третьем. Ни хрена. У нас все три тура были абсолютно разные. Но мы не могли соперничать с Кокориным, который читал письма Ленину. Он летел впереди всех, занял абсолютно первое место. Изысканный юмор. Абсолютно, да. Иван Любезнов, народный артист Советского Союза, председатель жюри, великий артист. Он сказал: а что я могу сделать? Что я могу сделать? Он читает письма Ленину. Без ошибок. Где сейчас Кокорин? Где сейчас Ленин? Я даже не... То есть они оба исчезли. Один чуть раньше, другой после. А мы, значит, получив второе место, то есть практически первое, и тут же говорю: а вас? Какие-то еще и такие пошли эти миниатюры. Значит, возвращаемся в Одессу, нас вызывают тут же в Киев. Значит, в гостиницу приезжает директор Укрконцерта. Он говорит: меня к себе вызвал. И говорит: товарищ Жеманюцкий. Говорит: вот я хотел именно поговорить с вами. Я знаю, что ваши подопечные там Карченко, Ильцев.
Это талантливые ребята. Но я хочу вам сейчас рассказать одну вещь. Ефим... Григорий Ефимович, как Шелест-то звали? В общем, короче, Петр Ефимович. Петр Ефимович Шелест. Лично из программы праздничного концерта вычеркнул. Да не обидятся они на меня. Это на меня, на Мишу Жванецкого. Тимошенко, Березина. Вставил ваших подопечных. Карцева, Карченко и Ильцева. Он только так говорил. И Жеманюцкий. Это у него, потому что ему не было дела до фамилии. Это унижало. У него в голове письма Ленина. У него абсолютно. У него в голове нет. Но он мыслил государственно. Он говорит, Карченко, Ильцев, значит... То вы даже не представляете, что это значит. Я говорю, что это значит. А это вот что значит, сказал. Мы сейчас с вами едем ко мне в кабинет. Я даю вам карту города Киева. И карандаш. Вот вы ткнете куда, там у вас будет квартира. В любое место, где вы ткнете, будет квартира. У всех троих. Вот что значит. Он вычеркнул. Тогда же шло такое выражение. Петр Ефимович вышел, а палочкой их стоять. Вот. Значит, слушайте, это был дикий соблазн, дикое, но страх, то есть какое было счастье. Только, наверное, благодаря Вите Ельченко, я не настолько волевой, но все равно мы все не представляли себе, как можно жить в Киеве, одесситом, с нашим юмором, при этой власти, где нас бы все равно перемололи бы. Так что... И вы отказались? Отказались. И к нам потом приезжал кто? Кто? Кто приезжал принимать наши программы? Худсовет. Виктор Соконевский. Понятно. Приезжали принимать в составе комиссии наши программы. Никто на них не обижается. Если бы мы жили в Киеве, мы бы приезжали принимать в Ужгород какие-то программы, либо в Николаев. Значит, мы бы, может быть, у Коневского принимали программы. Но это путь деградации, принимать у кого-то концертную программу. И потом говорить, Миша, ну я же не мог сказать, ну я же должен был. Ну ты же знаешь, на что идешь. Ну что ты делаешь вид, что ты не понимаешь? Поэтому я был в лучшем положении, я просто создавал. А они были в худшем, им надо было это перечеркивать. Это было очень нелегко. В сопровождении, как я, конечно, чиновников, ребят, всем. Потом мы ехали с Черкасским, таким из Одессы, в Министерство культуры в Киев. Он был начальник управления культуры в Одессе. Он со мной ехал. А я был автором. Он говорит, вот Михаил, говорит, вот мы едем к человеку, который, вот ты не представляешь, вот у него, он говорит, он радуется, он говорит, я был в Николаеве, зарезал программу, во Львове зарезал программу, там еще зарезал программу, в Одессе зарезал. Я ему говорю, ну ты где что-нибудь разрешил где-нибудь? Он говорит, все время зарезал. Вот мы сейчас едем к такому человеку. Поэтому давайте там я буду разговаривать, ты молчи. Вот мы ехали к такому человеку. Там, я не помню его фамилии. Ну, как всегда, бледное, мучнистое что-то. Само по себе скрюченное. Побитая мешками, палками тысячу раз. Исчезнувшая сегодня намертво. Ну, было такое существо, которое... Вот примерно так. И как говорит сейчас Рома, я уже не помню, что у Вити Ильченко была счастливая особенность. Он мог прочесть самые острые вещи так тупо, Вити Ильченко наш, что они приобретали совершенно советский смысл. Потом, когда мы начинали их разыгрывать, ну вот все. Я о прошлом больше не хочу говорить, потому что я считаю, что еще не время. Это правда, что у Брежнева... Еще не время говорить о прошлом. Думаю. Это правда, что у Брежнева были ваши записи? Говорят, да. Но, тем не менее, вот ходят такие слухи до сих пор, что потому все сложилось успешно, кроме всего прочего, что вас поддерживали некоторые члены Политбюро. Говорили... Шофера их! Говорили, тем не менее, что вы ездили домой к Подгорному и к Полянскому. К Подгорному ездил ваш Подгорный. Наш с вами. Он говорит, а острее что-нибудь есть? Ага. Машину прислали за мной. Да что вы, это были... Как это? А что такое был Володя Высоцкий, как это? А как же? Ну, а на чем мы держались? Я говорю, мы. Я не сравниваю. Или сравниваю, не имеет значения. Только не надо меня на этом ловить. Володя, пленки, как? Водители, шофера.
Шофера, у Брежнева шофер. Мне это кто рассказал? Полянский. Полянский, который был... Тогда же многие наши ребята... Член Политбюро. Да, многие наши ребята женились на дочках. Женились на дочках. Лихие ребята. Лихие ребята. Саша Филипенко, Миша Филиппов, Ваня да. Дыховичный. Это ребята поженились. Им время от времени, находясь в безвыходном положении, я говорил: Сашенька, ну помоги что-нибудь, ну Зимянин, там же по идеологии. Потом, а Ваня Дыховичный говорил: давай, Миша, я у тебя устроил рандеву, значит, то есть примет тебя Полянский. И я пришел к Полянскому, и он мне говорит, вот, ну как, там пришел там Топтунов, там охрана. Ну мы сейчас привыкли, что охрану всю, а тогда я первый раз видел, тут пушки тут под мышками, и кабинет, и карта Советского Союза, и Полянский, который говорит: что вы, сатири, пуговица там, вот тут хлеба нет, тут мяса нет, тут воды нет, он мне объясняет. Он вам говорит. Да, он мне говорит, тут жрать нечего, вот страна какая. Они с тех пор всегда так говорят. Я, когда вижу большого начальника, он всегда, и сейчас он говорит: что это сатира? Я говорю: вон, если бы вы знали, они же все время, эх, если бы вы знали, они же не говорят. Поэтому у меня сейчас очень большие надежды на Украину, в которой мы сейчас с вами сидим, в которой мы сидим, что здесь говорят. Потому что здесь такой же бардак, как и всюду, но здесь начали говорить об этом. И я когда видел круглый стол во главе с Ющенко, и я когда слышал его и слышал остальных, во-первых, я вижу и ощущаю, что все умные люди сидят. И я, главное, я вижу, что происходит, и слышу, что происходит. А тогда шел только разговор о том, что вы не знаете. Если бы вы знали, вы бы повесились. Ну, он знает, а я нет. Но вы хоть вступили в разговор, рассказали ему что-то? Да нет, у меня было с собой заявление, там что-то я хотел, переехать в Москву я хотел. У меня было с собой заявление, я не мог его подать, он мне забил просто. Он 45 минут говорил из комплимента: как вы? Он сказал: Михаил Михайлович, говорит, Михаил Манич, он по паспорту говорил, вы не представляете, ваши записи всюду. У Брежнева есть, у Билека. Билек, я не помню, кто Чех, был такой. Чех, первый да. секретарь. Билек, у Билека есть. Леонид Ильич что-то вскапывал по деревам, а на дереве висел магнитофон. Это мне Полянский сказал. С вашей записью. Тогда еще и магнитофоны были редкостью, вот такие вот, которые можно повесить на дерево. Значит, он говорит: ваша запись. Вы представляете, что-то вы талант. И говорит: вот только, конечно, пустяки, вы про пуговицы вот это вот. Пуговицы, это Райкин как раз тогда делал пуговицы. И подвел меня к карте, показал, где хлеба нет, где масла нет, где мяса нет, где вообще ничего нет. Где люди вообще еле живут. Говорит: мы стараемся, вот эта сатира нам должна помогать. Я слова не мог встать. Он говорил полтора часа, я слова не мог встать. Ну, не мог встать, он говорит, во-первых, вежливость, во-вторых, он не дает мне вступить. Заявление у меня, я уже забыл про заявление. Вот как я здесь написали, мы все, когда будет концерт, я забыл, что 9 декабря у нас будет концерт. Значит, вот и я себе-то, я так ничего не сказал. Потом он мне как-то под попочку. Значит, Михаил Иванович, все, к сожалению. А тут ему звонок, что там, он говорит: голод, нет, чувствую себя прекрасно, вол по телефону, я чувствую себя прекрасно, и он чувствует себя прекрасно, вот у меня сейчас как раз наш знаменитый сатирик сидит, будьте здоровы, значит, и все. И я так из заявления вместе выкатился, окрыленный, страшно довольный. Но и ничего не получилось. Голова не закружилась хоть тогда у вас от того, что Брежнев, вскапывая дерево, слушает ваши записи? Этим нельзя было воспользоваться никак. Через два дня или через неделю меня вызвали Союз писателей и чуть не посадили в тюрягу. Не имеет никакого значения. Вы сказали о голоде. А вы когда-нибудь вообще голодали? У вас было такое, были такие ситуации, когда просто элементарно не хватало продуктов? Да я так думаю, что полжизни. Полжизни. Да что ж я такой старый к чертовой матери? Ну что же, ну действительно, ну так скажу, что не хватало продуктов мне с моего рождения по... Ну, по окончании института. Еще работал в порту. Года 3-4. Я работал в порту 8 лет. Значит, вот там вот для меня это оладьи со сметаной в столовой порта, второго участка, где я работал. Самое было
ну, самое большое лакомство было. Потом, когда пошли апельсины, мы воровали и ели. Когда какие-то орешки там, жрали бананы эти орешки. Только до пошли. Поноса, до дикого, просто до разрыва. Вот это все мы жрали. Но это я описывал 100 раз. Это все время на фоне голода. Перестал голодать, начал есть я. Не голодать, а вот уже есть нормально. Когда поступил в высшее военно-политическое учебное заведение при театре «Миниатюр», когда стал работать зав. Литературной частью, когда пошел первый гонорар за спектакль «Светофор», и я стал не просто человеком, я стал богатым человеком. Потому что тогда это было... Сколько я тогда получил? Много я тогда получил. 1200 в месяц. Авторские. Сказочные деньги. Сказочные. После того, как в порту я работал, 84-89 рублей. Тут 1200. Приходится иногда слышать, что антисемитизм ажиотируют сами евреи. Вы с этим согласны или нет? И вообще, что такое антисемитизм в вашей жизни? Антисемитизм – это что-то очень больное. Как я не знаю, я не могу говорить о всех евреях. Сейчас тоже разные. Конечно, у еврейских людей под натиском обстоятельств стали вырабатываться веками. Черты малопривлекательные. Есть это. Эти малопривлекательные черты мы же должны понимать. Не все уж так на мифологии, на мифах. Есть же еще и это тоже. Это тоже. Это все-таки специфическое такое развитие из-под полы, из-под каблука. Как вот все-таки пролезающее сквозь асфальт и сквозь щель растения, оно имеет скрюченный вид. Вот это я сейчас об этом подумал. Оно не имеет такой свободный аристократический ствол, окрыленный, как в Англии, когда у тебя потомки, когда у тебя замок, когда ты растешь свободно, несколько поколений идут свободно кверху, тянутся. И это прекрасное дерево, это, а здесь вот так вот все вот так вот выдавливается. И поэтому не надо на них и обижаться, просто надо их понять. Можно обижаться, но надо их понять тоже, как это происходило развитие, откуда вот эта чудовищная вывороченность, изворотливость, и чего-то успеть сделать за короткий период, пока не поймали, пока тебя не схватили. Ты куда-то бежишь, пока не поймали, ты должен успеть и написать, и сказать, и произнести, и что-то, и вот и тщеславие появляется нездоровое. А на самом деле, Дима, не должны гордиться тем, ну, они, получается, так, они, мы гордимся, столько-то профессоров, столько-то все. Это раздражает других людей. Это должно быть, мы должны сами быть на равных, не пытаться, ну, не торговать своей, как бы, исключительностью, не выпячивать свою, которой, может быть, и нет, потому что в Израиле мы ее не видим, этой исключительности. Она именно бывает там, где было притеснение. Вот она. Нельзя говорить о количестве профессоров, о количестве академиков, о количестве композиторов на душу населения. Нехорошо. Это обижает других. Мне так кажется. Если бы я работал в КГБ и занимал бы там видный пост, я бы наверняка попытался вас завербовать. К вам обращались с подобными предложениями? Вы все о прошлом меня спрашиваете. Это невозможно, Дима. Я вынужден отвечать. Нет, это такое, конечно, прошлое, которое может тянуться в настоящее. У многих так и происходит. Да, конечно, завербовали. У дворника там на Комсомольске 133 дворничка, баба Даша. И там сидел КГБист. И меня туда вызывали. Почему-то к дворнику. Не в институте, не на кафедре. К дворнику. И да, пожалуй, вот это последний раз. Где я чудовищ. И еще раз пытались в КГБ уже, когда сбежал Миша Барышников, и они меня вызвали. Вот они тогда уговорили меня написать письмо, чтобы он вернулся. Я и первый раз у дворнички выкручивался. Выкручивался как только мог, вывернулся. Ну, мол, я недостойный, еще не понимаю. И второй раз, когда я говорил, он не знает моего почерка, что я ему напишу письмо, как он? Он даже не будет знать, я ли напишу. Они То увидели, есть под дурака, да? Под дурака. Они увидели, все-таки, с кем имеет дело. Я не знаю. Ну, в общем, короче, отпустили. У них и не было задачи, наверное. Я уже был известным автором, уже на пленках всюду. Ну, вот надо же, вот пришлось отвечать на эти вопросы. Напишите ему письмо. И главное было их недоумение. Только что Волгу получил. Как он мог сбежать? Волгу. Я понимаю. Волга цвета белая ночь. Помню, как сейчас. Как это он? Как он?
Михаил Манич, ну как получил Волгу? Мы же ему помогли. Вот на управление культуры дали 3 штуки, ему не досталось там, народный артист. Вот мы специально выхлопотали, мы знали, что у него зреет какие-то... Мы выхлопотали ему Волгу. Как он побежал? Неблагодарная сволочь. Неблагодарная сволочь. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був видатний письменник Михайло Жванецький.